Представляем вашему вниманию многофункциональный стул-качели Babiton 2 в 1 Green TY-838. Использовать его с самого рождения малыша можно благодаря мобильной спинке, которая откидывается вплоть до горизонтального положения. Высота сиденья также регулируется и имеет 6 положений. В самом нижнем стул можно использовать как качели. 5 скоростей автоматического раскачивания доступны при работе стула от батареек либо от сети. А чтобы ребенок не заскучал, пока мама готовит обед, можно включить малышу одну из 12 мелодий. Например, вот эту. Громкость регулируется. Репертуар, как уже было сказано, довольно широкий. И если пришло время сна, включаем музыку поспокойней и снижаем интенсивность раскачивания. С помощью таймера можно ограничить время работы в рамках 8, 15 или 30 минут. Без активации таймера качели могут работать все время, пока есть источник питания. В возрасте 6-8 месяцев малыши, как правило, берут ложки в свои руки и пробуют есть самостоятельно. Почистить стол после такого обеда будет несложно, ведь он оборудован съемным подносом. Легко снять, помыть и вернуть обратно. Для максимального комфорта и безопасности ребенка стульчик оснащен регулируемой подставкой для ног и 5-точечными ремнями безопасности с мягкими накладками. Дополнительный мягкий вкладыш на сиденье будет кстати для малыша, который только научился сидеть. В комплект также входит дуга с игрушками и адаптер питания.